Мастер Копенберга назван в честь алтаря распятия в Копенберге, Фестфале. Все картины, связанные с мастером Копенберга, являются фестфальскими. Ни одна из них не подписана или датирована, но все они, похоже, относятся примерно к периоду между 1500 и 1525 годами. Его стиль все еще находится в традициях поздней готики, но уже просматривается влияние живописи эпохи Возрождения. Мастера Копенберга иногда связывают с Яном Бегертом,